Вот эти объявления, которые сказать, пояснения. Кто прочитал все, что здесь написано? Поднимите руку. Вот у нас возле выше. Почему называется лагерь Стан? Почему сейчас Климента Анфирского? Дальше устав, там деревенский устав. И вот что здесь написано? Кто прочитал все? Один человек, два. И нахуй прочитала Иване. А остальные не нуждаются. Еще прочитала. Уже все интересно. Это документы. Потом мы можем сказать, что нигде больше такого в лагерях нет. Нету. Потому что это религиозный лагерь Стан. А почему Стан? Там написано ссылки на Библию Святую. Кто такой Климент Анфирский? Почему у нас называется эта диета галатийская? Никого нет, до обеда только мы еще продержались. Ну, сели как-то вон. По одному только надо было. Вот так. Я так и не понял, на костре у деревенских брали, не брали телефон? Нет. На костре или в другом месте, кроме Еремы, у кого-то телефон, кто брал звонить еще? Поднимите руки. Значит, речь идет только об Ереме. Стой, стой, стой. На коврик встань. Грязь не стирается. Я только про это сегодня сказал. Уже начинает грязи играть, топтать, следы оставлять. Ну, тройка отважных. Одна осталась. Все. Василиса отошла. Двое. Отошла. Вот она. Стоило. Благодарим Тебя за этот день субботний, за милость Твою долготерпение, прости нам согрешения наши, вольные и невольные. Прибуди с нами и умудри во спасение. Благослови Виктора и Иоанна, возврати их в мире, и брата Иоакима. И нас помилуй милости Твоей, ради. Тебе, Боже, слава за Твой Отец, Сын и Святой Дух. Значит, сидите здесь, ждете, когда работники кухни и накрывающие освободятся. И тогда все вместе придете и будете смотреть фильм. Досмотрите. Все, остальное как-то дальше будет открыто. Спасибо, Христос! Накрывающие. Накрывающие благодарим. Кому холодно, зайдите не по одному в перья и оденьте кофты. Напиши подробно. Напиши подробно, я рассмотрю тогда. Бумагу найдем вам. Да я дам, пожалуйста. Дядь Володя, можно поиграть в электроконструктор? Что? Можно поиграть в электроконструктор? Нет, никаких игр. Сейчас отдыхаем и уходим. Сейчас, во-первых, дождь, а во-вторых, отдыхаем.